был такой случай. Выдавали мы новости, и нужно было выдать материал с закадровой читкой ведущего, и сразу следом шло интервью, синхрон. Тогда технические возможности были немножко другие, поэтому все было смонтировано, склеено на одну кассету, и нужно было ювелирно попасть и дочитать ровно-ровно до синхрона. Секунду в секунду. До эфира мы это, естественно, слово в слово все отрепетировали, волновались именно за этот материал. В общем, эфир начался, и мы дошли до этого материала. Ведущая начинает читать, я запускаю, все, она ювелирно попала, мы радуемся, я ее в ухо, значит, поздравляю, попали. Сама дальше начинаю следить по листочку, чтобы попасть в конец синхрона, чтобы не упустить момент и перейти на ведущего. У меня синхрон дошел, я поднимаю глаза, а у меня ведущий сидит вот так и радуется. Но у меня уже синхрон закончился, мне нужно переходить на студию. Я уж, естественно, перехожу, потому что это все в доли секунды, и нужно было видеть лицо ведущей. Она сидит, радуется, видит себя в мониторе. Она сидит в эфире с поднятыми руками. Она их быстренько убирает и дальше начинает читать новости. Вот такие новости.